Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Одинцовском округе и Подмосковье в целом на данный момент стабилизируется. Пик приходился на первые две недели февраля. Начало роста заболеваемости было отмечено в последние две недели января. В данный момент ситуация стабилизируется, заболевших, как и было раньше, больше пожилых все-таки людей, взрослых людей, дети тоже сейчас есть заболевшие. Если в конце января-начале февраля, по данным Мособлштаба, ежедневный прирост заболевших в Одинцовском округе был около 1000 человек, то сейчас эти показатели уменьшились примерно в 10 раз. Ситуация по снижению заболеваемости коронавирусом при штамме омикрон наблюдается и в целом по стране. Это позволило Роспотребнадзору говорить о возможном смягчении антиковидных ограничений при посещении общественных мест, музеев, театров, фитнес-клубов, школ и предприятий общепита. Однако не стоит расслабляться, отказываясь от вакцинации и необходимых мер профилактики. Все остается абсолютно то же самое, то есть соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиком, ношение масок, избегание контактов с инфекционными больными – все остается, никакие меры не снимаются. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».